Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Святитель Иоанн Златоуст в 5-й беседе на 2-е послание к Фессалоникийцам говорит, что каждый из нас может быть учителем других. Каждый из вас, если захочет, может сделаться учителем. Если не для другого, то для самого себя. Научи прежде самого себя. Когда научишься всему тому, что Господь заповедал тебе соблюдать, тогда ты приобретешь себе через это многих подражателей. Подобно тому, как светильник, когда горит, может возжечь от себя множество других, а когда будет погашен, и для самого себя не будет источать света. И не будет в состоянии возжечь другие светильники. Так и жизнь праведная, когда в нас пребывающий свет будет светил, тогда мы, представляя в себе другим пример, можем образовать множество учеников и учителей. Ибо не столько могут слушателям доставить пользы мои слова, сколько наша жизнь. В самом деле, если будем положим какой-нибудь человек, угодный Богу, и добродетельно сияющий, имеющий жену, ибо может быть угоден Богу и тот, кто имеет жену и детей, и слуг, и друзей, то скажи мне, не больше ли пользы может принести всем такой человек, чем я? Меня слушают раз и два в месяц, или даже ни разу, и то, что услышат, сохраняют в памяти, быть может, только до церковного порога. И потом немедленно забывают, между тем, постоянно взирая на жизнь его, великую от этого получает пользу. Ибо если он, получив оскорбление, не воздаст за это оскорблениями, то своей кротостью не возбуждает ли и не напечатлевает ли он стыда в душе нанесшего ему оскорбление. Хотя сей последний вследствие озлобления или чувства стыда и душевного расстройства и не тот час сознает эту пользу, однако же он может скоро образумиться. И невозможно, чтобы самый дерзкий человек, хотя бы он был зверь, вступая в столкновение с человеком незлобивым, отошел от него, не получив великой пользы. Ибо мы, хотя и не делаем добра, однако ж все хвалим добро и удивляемся ему. Равным образом и жена, видя кротость своего мужа и постоянно с ним пребывая вместе, получает от того великую пользу. Тоже и дитя. Таким образом, всякий может быть учителем. Назидайте, говорит апостол, один другого, как вы и делаете. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 11 стих. Ибо смотри, если в доме твоем случилась какая-либо потеря, жена приходит от этого в смущение, потому что она более немощна и более пристрастна к роскоши и любит наряды. Но если муж любомудр и смеется над этой потерей, то он утешит ее и убедит великодушно перенести сию потерю. Поэтому скажи мне, не гораздо ли больше он приносит ей пользы, чем наши слова? Ибо всякому не трудно говорить, но действовать, когда нужно, весьма трудно. Оттого-то обыкновенно человеческая природа больше может быть исправляема примером. Превосходство добродетели столь велико, что часто даже раб наравне с господином приносит пользу целому дому. Ибо не тщетно и не без основания Павел постоянно повелевает рабам совершенствоваться в добродетели и быть послушными своим господам, заботясь не только о том, чтобы они служили господам, сколько о том, чтобы не было хулимо слово Божие в учении и учения. А когда его не будут хулить, тогда вскоре станут удивляться ему. И я знаю многие дома, которые получили великую пользу от добродетелей рабов. Если же раб, находящийся под властью, может вразумлять своего господина, то тем более господин своих рабов. Разделите со мной, прошу вас, это служение. Я говорю ко всем вообще, а вы каждому в частности. И пусть каждый содействует спасению ближнего, чтобы убедиться в том, что отцы семейства должны руководить в этом своими домашними. Послушай, куда отсылает Павел жен? Если, говорит, они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих. 1 Коринфянам, 14 глава, 35 стих. А не отправлять их для этого к
учителю, подобно тому, как в училищах есть и между учениками учителей, так и в церкви. Апостол хочет, чтобы не все утруждали учителя. Почему? Потому что от этого проистекут великие блага, вследствие того не только труд учителя станет легче, и каждый из учеников будет прилежным, если будут иметь попечение, в скором времени может сделаться учителем и он. Ибо смотри, какую услугу приносит тебе жена. Она смотрит за домом, вообще печется о всем доме, распоряжается служанками, одевает своими руками, бывает причиной того, что ты нарицаешься отцом семейства, удерживает тебя от зазорных домов, помогает тебе вести жизнь целомудренную, утоляет чрезмерную силу естественных пожеланий, но и ты окажи ей благодеяние. Каким образом? Простри руку помощи в делах духовных. Когда ты услышишь что-нибудь полезное, тогда, подобно ласточкам, сберегая это в устах своих, принеси и вложи в уста и матери, и птенцам. Ибо уместным ли будет сие, что ты во всем другом, присваивая себе первенство и занимаемое место главы, в деле учения оставишь свойственное тебе место. Начальствующий должен превосходить подчиненных не честью, а добродетелью, ибо последняя есть доля начальника, а первая – подчиненных. В этом заключается достоинство самого начальника. Если ты пользуешься великою честью, то это вовсе не от тебя зависит, ибо это получил от других ты. Но если ты будешь блистать добродетелью, то это всецело принадлежит тебе. Ты глава жены. Пусть поэтому глава управляет остальным телом. Не видишь ли, что голова не столько местом возвышается над остальным телом, сколько своим попечением о нем, подобно кормчему управляя им. Ибо в главе находятся и телесные, и душевные очи. Оттуда сообщается им сила зрения и способность водительства. Все остальное в теле нашем незначительно для служения, а голова определена для того, чтобы управлять. Все чувства в ней имеют свое начало и свой источник, откуда возникают органы речи, зрения, обоняния, всякое ощущение, ибо там находится корень нервов и костей. Видишь ли, что голова возвышается больше своим попечением о теле, чем честью? Таким образом, подчимся и мы владычествовать над женами. Припобедим их не тем, что будем требовать себе от них большей чести, но тем, что будем со своей стороны больше делать добра. Я показал, что они немало благоденствия оказывают нам, но если мы захотим воздать им за это духовными благами, то превозойдем их. Ибо между телесными благами нельзя найти такое, которое равнялось бы сим последним духовным. На что в самом деле укажешь ты? На то, что приобретешь много денег, но она хранит их. Ее попечение имеет здесь равную цену и столь же необходимо. Почему? Потому что многие, хотя приобрели множество денег, однако не имея у себя жены, которая хранила бы их, совершенно растратили их. Что же касается до детей, то тут вы все делаете общими силами, и от обоих равная бывает услуга. Даже в этом случае ее служение сопряжено с большими трудами, так как она постоянно носит в себе плод и подвергается мукам рождения. Таким образом, только в духовных предметах ты, муж, можешь иметь над ней перевес. Не будем поэтому заботиться о том, чтобы у нас были деньги, а о том, чтобы мы с дерзновением могли представить пред Богом души, которые были вверены нашему попечению. Потому что, наставляя их, мы и себе приносим величайшую пользу, ибо кто учит другого, тот, если ничего больше не приобретет, то, по крайней мере, сам в то же время, когда говорит, приходит в умиление, особенно когда видит, что он сам виновен в том, в чем обличает других. Поэтому, так как через это мы доставляем пользу и самим себе, и женам, а через них и всему дому, кроме того, так как это благоугодно пред Богом, то не будем уклоняться от попечения не только о своей душе, но и о душах служащих нам, дабы за всех получить нам воздаяние и с великим богатством войти во святой град, Матерь нашу, горний Иерусалим. О, если бы никто из нас не был извержен из него,
Но да все мы, воссияв светом благочестивой жизни, сподобимся со многим дерзновением узрить Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава, держава, честь ныне и присно и во веки веков. Аминь.